Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня у нас первое видео, начало вязания этого джемпера, который я разбирала от Red Valentino, который в крупную клетку, в квадратик такой красивый, вот. Сегодня мы с вами поговорим о пряже, сегодня мы посчитаем начало, переднюю и спиночку деталь и начнем вязать. Далее еще будет, я так предполагаю, еще два видео. Одно будет подробно с расчетами проймы, скоса плеча и одно с расчетом рукава, вточного рукава с расчетами, с форумами. Вот, ну, в общем, три видео я планирую по этому джемперу, так что вы можете начать вязать, и такой вот мини-совместничек мы с вами сообразим, вот примерно одно видео в неделю, так вот, чтобы вы могли начать. Кто хочет от начала до конца, подождите, когда будут все три части, и вы сможете связать от начала до конца. Я же начала вязать сейчас, и вяжу вот так вот постепенно. Разделить решила потому, что расчеты оката рукава, они пригодятся потом в последующем как отдельное видео, как отдельный урок. Поэтому это все будет распределено на три видео. Вот. Значит, что касается пряжи. Я опять вяжу моей милой подписчице из ее пряжи, поэтому я на этой пряже останавливаться не буду. Одно лишь скажу, что у меня не совпадение плотностей, вот что она мне дала. Здесь 150 метров в 50 граммах, а здесь 200 метров в 50 граммах. Это не очень удобно, и не очень я попадаю как бы в изначальную плотность, которую я считала по вот этой вот пряже. У вас этого не будет. Вы купите хорошую, ну, в смысле, одинаковую пряжу и будете вязать из нее. Либо тут, в принципе, это у меня и не будет привязки на плотность. Единственное, что хочу, в среднем выбирайте где-то около 200 метров в 100 граммах. Внимание. Вот. Что из бюджетной могу посоветовать, вот что подсобирала, что у меня есть. Значит, если хотите пушистик, здесь у меня половина на половину получилось. Если хотите пушистик из бюджетной пряжи Alize Angora Gold в два сложения, прекрасно получится и мягенько, и пушистенько. Можно ее скомбинировать один к одному с Alize Superlana Tig. Либо, вот, у меня сейчас нет этой пряжи, сейчас я в Чехии в данный момент нахожусь. Вот, смотрите, прекрасно получается, так как мы на мужском джемпере комбинировали, я вернее, и ту ниточку, прекрасно получается. Вот, и еще сюда бы я добавила Lana Gold 800. Вот из этой шкалы Alize Angora Real 40, Angora Gold, Superlana Tig и Lana Gold 800. Вот из этих четырех пряж в два сложения можно комбинировать, либо совсем пушистик в два сложения, или эту, или эту. Тут вся разница этих, вот представьте, что здесь лежит еще Lana Gold 800. Разница в составах. Lana Gold 800 и Real 40 это теплее пряжа, там больше шерсти, больше ангоры. Эти две пряжи менее теплые, там меньше шерсти, но они и дешевле. Поэтому вот определяйтесь по как бы своим предпочтениям. Если хотите дорогой джемпер, пожалуйста, купите свою пряжу, и вы с легкостью рассчитаете сейчас со мной на вашу плотность вязания. Ничего не случится, все получится у вас, так что не переживаем. По поводу количества. Начинаем, я так думаю, от 6 мотков, потому что 4 может хватить, то есть 2 и 2, если, допустим, брать разные, 4 может хватить на маленький размер, да, на S-очку, ну, на M-очку, может быть, ну, хватит на M, я думаю. Если вы чуть больше, берите лучше 6 мотков, чтобы пусть лучше останется, чем потом с ума не сходить и не дозаказывать, потому что они потом и отличаются, пряжа по окраске, потому что разные партии, и может отличаться, и может потом быть большая неприятность. Вот. Кто из Украины, пожалуйста, под видео ссылочка, вы можете заказать у нас эту пряжу, вот, именно вот эту бюджетную, вот. Кто из других стран, по названию турецкую пряжу вы с легкостью найдете. Она есть в интернет-продажах, в магазинах, она довольно популярная. Вот.
Так, спицы у меня 3,25. Связала я образец. Сейчас покажу образец. И одну деталь рассчитала. Вот если брать нам, и уже я ее, кстати, вот видите, уже вяжу. Сейчас мы с вами... Так, сейчас я с вами пройдусь. Вот он, образец. Кстати, что не сказала, что хотела сказать, да не сказала. Вот образец этого узора. Есть отдельное видео с разбором этого узора. Вы его обязательно, прежде чем начать, вы его посмотрите, потому что я ссылку под видео тоже оставлю. И в конце видео там будет выскакивающее окошко на этот узор. Ну, когда заканчивается видео, вот в конце... рекомендации выскакивает. Вот там я тоже оставлю это видео обязательно. Прежде чем начать, посмотрите этот узор, кто не смотрел. Потому что я на узоре останавливаться не буду подробно. Хоть и ругают меня за это, но я считаю, что узор нужно пробовать вязать до того, как вы начинаете вязать вещь. Потому что не все узоры людям под силу, не все иногда понятно. Поэтому вот моя рекомендация такая. Многие там возмущаются, вот надо с узором, прям нет, надо узор отдельно, я считаю. Ну да ладно, в общем, видео с узором будет, вернее, ссылка на него будет. И вот я связала образец. Все я вяжу в два сложения. Как бы, то есть 200 метров у меня тут в 50 граммах. Но если перемотать, то это в два сложения, то это 200 метров в 100 граммах. Вот. И измерила я этот образец. У меня 20 петель, это 9,5 сантиметров. Я сейчас прохожусь с вами по расчетам. Вот вы вяжете образец, измеряете его, у меня это 20 петель, неважно сколько вы для образца наберете петель, у меня это 20 петель, 9,5 сантиметров. Вот, и мне нужно набрать неизвестное количество петель в ширину, деталь у меня 50 сантиметров. Вот, расчеты, как я считаю, 20 умножаю на 50, это у нас 1000 получается, и эту 1000, вот эти два числа, я умножаю и делю потом на это число, делю на 9,5, и получается у меня 105 петель, вот. И по образцу, это чтобы рассчитать точно по образцу, девчонки, там 3 квадрата, да, чтобы оно также село красиво, нам нужно сделать 3 квадрата и по бокам вот маленькие как бы дополнения. Что у меня получилось? Смотрите, зачеркивала на мои 105 петель. Я сначала посчитала по 25, потом решила, что это много на боковушке, да, и я пересчитала на 27, 3 раза по 27, да, это 81, вот здесь вот 81, и 12 и 12 это плюс 24 равно 105 петель. То есть вы высчитываете, вот примерно, я примерно считала, девчонки, вот так вот пораскинула и визуально решила, что 27 это как раз нормально. Ну, 25 мне показалось мало, потому что на боковушке потом бы получилось по 15 петель. И это мне, ну, показалось, что много. Ну, вот тут вот формулы никакой, просто визуально, да. Если очень большой размер, то можно 5. Но главное, чтобы вот эти вот центральные, я так думаю, части, у вас была одна по центру, а остальное уходило в стороны. То есть разница будет вот в этих вот числах. Да, то есть нам важно вот здесь вот 3 расположить по центру, 3 штучки. И вот на свои 105 петель вот так вот я решила, что будет по 25, а здесь вот можно разделить на 4 и четвертую разделить на боковушки. Вот таким вот образом я распределила. И что мне нужно? Значит, первым делом я 5 клубков. Вот 5 секторов, у меня 5 клубков, девчонки. И начинаю я набирать, вот первый у меня белый. Начинаю, вот смотрите, обратите внимание, что этот первый у нас будет израсходован больше всего. Поэтому я на него беру большой клубок и набираю 12 петель. 12 петель это включает и кромочные, так что набираем 2, 3, много, больше.
большую нить оставила. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее, что я делаю? Я беру черную нить. Так. Ложу ее сюда. Ой, господи, не так. Не так, не так. Вот так вот. И привязываю ее вот этой. Белой ниточкой. Ну, мне ж надо больше. Таким вот образом. То есть я ее зафиксировала белой нитью. И теперь набираю 27 петель. А зафиксировать надо двумя узлами. Вот смотрите, что делается. Так, фиксируем двумя узлами. Раз, два, три, четыре. 14, короткая нитка, 15, 16, 17, ай, не хватит. Так, по новой я теперь эту возьму как вспомогательную, а за основную возьму от клубка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. Теперь снова беру белую и точно так же оставляю на набор, на наборный край, а черной ниточкой привязываю. Видите, у меня одна махер пушистика, одна такая. Так, снова 27. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Так, мне нужно вытащить одну спицу. Ой, ой. Так, нужно пересчитать. 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Есть. Снова черную. Есть у меня вот миска. Я сюда все буду складывать. Складываю все клубки сюда. Вот, отмеряю черную для набора и тоже привязываю ее сюда. Ниточки там в оригинале, ниточки у нас там висят все красиво, декоративно. Я пока еще не знаю, сколько я буду, как бы, вернее, не знаю, что я буду делать. Будут они у меня висеть и будут ли у меня швы, как бы, наружу, либо они будут вовнутрь. Это я еще в процессе решу для себя. Так, 27, следующий, 27. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. И последний клубочек, 12 петель белых, я привязываю. И все, с набором мы закончили. Вот там у нас ни резинки, ничего внизу нету, поэтому у нас такой по цвету набор. Поэтому вот так вот у нас сегодня. Так, и последние 12 петель. Все, я набрала свои 105 петель. Вот так вот это выглядит. Далее я вяжу отдельно от каждого клубка, соответственно, об этом, как перекрещивать нити, я в узоре говорю в том видео, где у меня узор. Про узор сам тоже говорю, но сейчас кратко. Это жемчужный узор основной, это одна лицевая, одна изнаночная, первый ряд, ну и второй сейчас покажу вам. Вот что еще, высота квадрата определяем тоже, ну, как бы я все об этом четко говорю в этом видео. По здесь мы продолжаем узор, если здесь была лицевая, то далее мы вяжем по узору изнаночную. Одна лицевая, одна изнаночная. То есть все, что касается узора, в этом отдельном видео. Вот, вы разбираетесь с узором, вы подбираете пряжу, вы начинаете, считаете на себя, и до проймы мы вяжем ровную деталь сейчас вот по этими квадратиками. Что хотела еще вам сказать, что квадратики у нас могут быть абсолютно разной величины. Я просто следую, пытаюсь как бы максимально следовать оригиналу. Вот вы можете их сделать не 3 вот основных, а 5 основных, они будут мельче. Они будут мельче. Это уже зависит от ваших как бы вкусов и предпочтений, девчонки. Нет никаких ограничений. Я просто пытаюсь, лично я пытаюсь сделать вещь максимально похожую на оригинал. Не полная копия, опять же, кто будет искать расхождение, не ищите, пожалуйста, полную копию. Я не пытаюсь, я максимально приближаю. Вот. Далее, что еще хотела сказать, что вам важно сейчас? Да все уже сказала. Вещи, на самом деле, девчонки, кажется такой устрашающей, сложной. На самом деле этот узор не сложный. Вы просто меняете, два ряда меняете ниточки, один ряд вяжете цельной ниточкой. И оно все очень просто, легко идет. Единственное неудобство — это много клубков. Вот все, что в этом свитере сложного, так это много клубков. Пройму, я считаю, и окат рукава рассчитать, я думаю, это нужно даже тем, кто не умеет, даже полезно будет рассчитать эту пройму. Вот, поэтому сложности в этом я тоже не вижу, как бы в этих расчетах. Вот что еще хотела в этом видео вам донести, какую информацию. А еще вот в начале видео я сказала, девчонки, что мы сначала довяжем пройму. Нет, мы будем действовать по моему плану, вот так как я вяжу. Для меня это самый удобный, комфортный процесс, ну как бы последовательность. То есть я до проймы всегда вяжу вещь. Вот далее я начинаю вязать рукав. Почему, я вам объясню. Потому что я по этой вот части связанной вещи уже могу определить, сколько мне петель набрать. То есть я уже по полотну определяю, не по образцу я считаю, а считаю по полотну, высоту рукава. Да, я уже четко могу просчитать количество рядов. Так, а здесь вот второй ряд, девчонки, там где изнаночная, вот узелок, мы вяжем лицевую, где лицевая изнаночную, то есть меняем местами.
Вот. То есть по детали спинки или переда мы можем четко определить рукав. Вот, а здесь у нас клеточки, мы вообще можем четко эти клеточки рассчитать не по образцу. По образцу оно все равно получается расхождение, девчонки. Не получается четко следовать как бы той плотности. Все равно образец маленький. Образцы желательно вязать побольше, потому что на маленьком образце нет точного расчета. Вот. Так что вот так вот. Вот вы свяжите образец с узором, постирайте его, посчитайте, научитесь узор. И сейчас вы смело можете, кто хочет это вязать, будет это вязать, то смело можете вязать до проймы вот две детали, переднюю и спиночку. Вяжем и наслаждаемся. Все, я думаю, что все. Далее мы просто вяжем вверх, меняем эти клетки. Вот они у меня меняются клеточки. Вы делаете все то же самое. Как определить высоту клетки, я говорила. Опять же, это все в том видео. Обязательно посмотрите, попробуйте узор на образце. Вот. Вяжем вверх до нужной нам высоты. Вот до проймы. Вы по себе меряете до проймы. Можно, девчонки, кстати, кто не хочет швы наружу, я же говорю, я вяжу, я максимально как бы хочу приблизиться к оригиналу. Вы же, девчонки, кто не хочет вязать с этими швами наружу, вы можете набрать спинку и переднюю деталь в круговую и здесь вот сделать тоже клетку в конце. То есть рассчитать это все количество в 2 раза больше, набрать петель в круговую и рассчитать это на 4, 4, да, 4 плюс 4, 8 квадратов, и они у вас будут одинаковые, нигде не будет никаких, то есть очень будет все красиво, вот, все в клетку, в одинаковую. Вот, и я считаю, будет очень хорошо, да, в круговую связать. Это в том случае, если вы не хотите вот этот вот декоративный шов наружу, как в оригинале, а если просто хотите обычный шов, то он вам в принципе-то вообще и не нужен. Просто наберите в круговую и вяжите сейчас до проймы. Далее будем вязать дальше. Все, девчонки, я думаю, уже наговорила вам нужной информации. На сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.